Подписывайтесь на канал AsmodeeQuiz. Мы продолжаем играть Watch Dogs. Итак, давайте проедем к миссии. Поднял ты кипиш, конечно. Надеюсь, хотя бы не зря? Не лезь не в свое дело. Без тебя разберусь. А вот это вряд ли. Вместе мы намного сильней. Сам знаешь, нет смысла это отрицать. Признай. Один, ты не достал бы данные. Так, куда мне ехать? На базу. У тебя? Да, у меня. Давайте телепортируемся. Итак, мы прибыли на место. Заходим. Опа. Давай. Тварь такая заела опять, суча. Давай, опаньки, а потушеньки, что-то произошло? Так, я вернулся. Эй, ты видел? Круто. Столько всего, Эйден. Но нам надо все перебрать и найти имя. Да уж, повезло. Потому что здесь до хрена имен. И за каждым водятся грешки. Алчные копы, богачи, клуб и все благодетели тут же. Ирак хотел шантажировать весь город. Угу. А это тоже с сервера? О, черт! Нас кто-то взламывает! Он все потрет! Отрубите его! Срочно! Что будем делать? Отследи сигнал! Найдем источник, сможем перекрыть доступ. Быстрей! Быстрей. Будем пытаться. Так. Выследить. Так. Что мы имеем? Твою же мать, какой-то супервирус! Так, первый положим. Второй положим. Блин. Так. Не заблокировать. Это надо быстро, да, делать? Блин. Так, откуда идет отчет? Отчет. Отсчет пошел. Не знаю, кто это, но если гадать, думаю, дефолт. Не понимаю. Бога, по совместительству продажная скотина. Черт, так и знал, в ней брешь. Была. Была. Так. Вот так. Блин, ну кто ты, крыс? Кто это был? Ну да. Дефолт. Недонос. Мыша. Кто это, Клара? Я знаю, что ты сделала, Клара. Джозефа. Я не знаю. Украла кораллы. Включаю. Включи меня. Один хакер, второй устранитель. Насколько я поняла, не встречала их раньше. Я объясню. Я хотела сказать. А теперь имена. Им причинят вред. А тебе какая разница? Кажется, я плачу не за лишние вопросы. Тварь, помогала. Эйден. В убийстве ребенка. Клара. Эйден, он сотрет все нахрен. Надо его остановить! Эйден, ну же! Руби канат. А что, так тоже можно дергать? Выдергивайте. Готовьтесь, вырубаю питание! Эйден. Кто это?
Говори же. Знала бы, сказала, клянусь, Эйден. Прости меня. Иди к черту. Выкидывай эту мразь. О, черт. Можешь засечь? Да, сделаю. Сукин ты сын, давай. Давай, ну! Давай, чтоб тебя! Куда ты? Нехилый такой у этого ублюдка вирус. Сохранил себе все данные и потер их из наших систем. Четко знал, как нас вырубить. Не перезапустим второй сервер. Дефолта не видать. Нет его, нет файлов. Я пойду. Не-не-не-не. Давай я. Я не против запачкать руки. Знаешь что, Эйден? Дэмиена придется еще немного помариновать. С ним разберусь. Закончу, позвоню. Держись, амиго. Этот крысёныш только что нарвался. Итак. Даже не знаю, нужны ли нам дальше эти файлы собирать. Но мы их вроде как все собрали. Не знаю, что затеял Дефолт, но из-за этого жизнь Ники под угрозой. Где? Он решил меня позлить. Но сначала займусь Дэмианом. Итак, блин, избавились от этого глюка. Едем навстречу к Дэмиану. Сейчас будем выстегивать его. Место выберу я. Так. Вот так. Запустили. Давайте телепортируемся к нему. Итак, подъезжаем к месту. К месту событий. Надо выпотрошить его. По-моему, так как-то звучит миссия. Вот. Так вот я. Заткнитесь. Вот и заткнитесь. Поехали. Лицом к лицу. Данных у меня нет. Дэмиан поймет это сразу же. Но может это и к лучшему. Он обещал отдать Блюм все, что мы нашли, включая компромат Ирака. Да. Он сам загнал себя в угол. Давай, отыщи его. Ты или валяй его. Я не привел сестру. Как предсказуемо. Сверни ему шею. Кто тебе сказал? Попал ты. Пойми, сделка без Харда не что. Что ты им скажешь, а? Ничего не забыл? Один звонок, и твоя сестричка умрет. Ну, звони. Вот так. Я почти купился. Подумай сам, Дэми. Выбора у тебя нет. Убьешь Ники, и конец. Думаешь, Блюм, от тебя отстанут? Нет, тебя убьют, поверь мне. Так что сейчас я решаю твою судьбу. Дай поговорить с Ники. И снова мы партнеры, Эйден. Как ни крути. Да сейчас партнер-то, ага. Мы нужны друг другу. Дворняга ты. Ники, как ты? Жив-здоров. Ники, мне так... Знаю. Прошу, не дай им... Знаешь что, Эйден, хватит держать меня за лоха. В следующий раз придешь без моих файлов, она умрет. Все, что надо, я уже услышал. Падла, натравил на меня. Сваливать.
Я его где-то видела. Мать, это тот парень. Не может быть, это тоже какая-то знакомая. Вот черт. Тихо. Вот черт. Дэмиан взламывает билборды. Вам это кажется. Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Замечен мститель. Воздержитесь от поездок в центр. По данным следствия, он действует несколько месяцев. Он агрессивен и неуравновешен. Блин. Ладно. Ой. Он не хочет так. Понятно, ладно. Ты все усложняешь, Эйден. Лучше не зли меня. Едем. Да что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, лучшего подарка не пожелаешь. Блин. Смотри, не попадись, пупсик. Я обнаружен подозреваемый. Высылаю координаты. Я в него врезаюсь. Твою ж мать. Давай. Не надо меня останавливать. Тихо. Останови машину! Да тихо вы, куча уродов. Блин. Ушел, тварь. Черт, пора мне сваливать. Это же парень из Телека. Вон он! Это же мститель, по телеку видела. Это же парень из новостей. Не приближайтесь к пирсу. Он вооружен и опасен. Зрители присылают вот черт. Дэмиан взламывает билборды. Это он! Мститель здесь! Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Поехали. Отрубать. Давай, ты где-то здесь. Ты все усложняешь, Эйден. Лучше Блин. Не зли меня. Да что ты можешь мне сделать? Много Тварь чего. Ты такая. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Не надо. Да, блин, лучшего подарка не пожелаешь. Твою мать-то, меня же моим же оружием. Смотри, не попадись. Он специально, что ли? Давай, я думаю. Давай. Скройтесь от полиции. Успею. Пока успел.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, блинский. Я должен успеть прорваться. Что с вами не так, ребята? Внедорожник. Ладно бы, если бы один. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Разве так можно со мной? Прижимай. Давай-ка попробую так сбежать. Скройтесь от полиции. Туда и летите. А ко мне не вздумайте даже подлезть. Принято. Патрульный внедорожник уже в пути. Твою ж мать-то. Для. Вот сейчас можно. Сматываемся. Ну. Поехали. Тихо, 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 ребятушки. Направимся на запад от вас. Говорит Адам 231. Патрульный внедорожник ведет погоню. База, птичка больше не вынесет. Ну? Возвращаемся домой. Возвращайтесь. Ух, с передачей паром, блин. Ой-ой-ой-ой. База, объект сбежал. Мы сворачиваемся. Объект сбежал. Все верно. Объект едет за покупками. Вот такой молодец. Давай, с разбега. Смогу запрыгнуть на берег? Фу. Нет, не смог. Все идет как надо, я ребутнул эту хрень. Так что с бункером все будет окей. Я говорил с Ники. Сестрой? Давай. Как она там? Мы ее спасем. Я знаю, как ее найти. Слышал что-то на заднем плане. Довольно глухо. Вроде объявления. Имя или место. Сможешь почистить звук? Разобрать, что говорят? Вообще я не спец в таких штуках. Но скинь, что есть. Что-нибудь придумаю. Ладно, я двигаю. Где там? Нет, 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 нет! Есть еще дело. Не поверишь, что я нашел. Что ты нашел? Звездочка дефолта. Вернем то, что он у нас украл. Так. Для начала мне закупить надо. А, это же ты! Так, это закупили.
Это закупили. Все. Теперь сваливаем. А куда сваливаем? Ну что, телепортируемся. Вот мы прибыли. Гнездышко дефолт, крысиное гнездо. Давай. Там какой-то тут подлючий будет, я помню. Вскрывать его. Мы нашли дефолта. Теперь надо все вернуть. Он может продать компромат Ирака или выложить в открытый доступ. Если это произойдет, мне конец. Что я тогда предложу Дэмиану? Так, найдите точку. Свезло нам. А ты где? Тут веб-камера есть. Попробуй взломать ее. Посмотришь сам. Давай, что у тебя там? Блин. Стой. О, нашел. Так, взломаем. Так. Чтобы открыть. Ты-то по-любому сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. И сюда. Поехали. Крысюк. Только посмотри. Никогда такого не видел. Я влюблен. Тибон хорош. Беги. Бросай железо, надо выбираться. Черт, прости, детка. Быть на чеку. Ну. Кто такие? Ребятки. Где же он? Какой молодец, ушел. Не рыпайся, я тебя вытащу. Я, кстати, нашел еще кое-что, кроме этого прототипа. И где он его взял, блин? Черт, так. Мне бы еще хоть 10 минут. И что это? А? Что ты там нашел? А, дыру. Лазейку я там нашел. Он таскает данные с собой. Лучше не ну, в кармане. И, бух, бух. Здорово. Тихо. Вали его. Вот так. И ты. Этажку и вали отсюда. Позвоню, как оторвусь. Пулю не схвати. Блин. Чё ты, ушел? Я хочу вот эту вот тачку. Да, вот что забыл сказать. Пока торчал на ряды Фолта, просек, что он тоже шарахается по CTOS. Где-то нарыл доступ. Короче, это явно наш клиент. О. Так. Что ж. Я что-то не понял.
взводе. Все на меня. Ой-ой-ой, тогда мне надо бежать. Тарань его, давай! Тормози! Плывем, плывем. Сматываемся. Скройтесь или убейте всех устранителей. Блин, еще красть успеваю. Сейчас скроюсь. Подождите маленько. Вон катер быстрый. Где эта сука? Ну, где как грубо. Его? Как грубо. Не, давайте не переходить на личности. Вот так. Нет, вы меня не видели. Я вас не видел, вы меня не видели. Расходимся миром. Ага, препятствия. Ты думаете, я... Ага. Куда он делся? А я по низу, а не по верху. Вот так вот тебе. Трата времени. Трата времени. Давай. Ну? Крысиное гнездо. Часть четвертая. Пройдена. Вот такой я молодец. А вот куда идти сейчас? Перс, слышал что-нибудь о Dot Connection? Чикаго каждый о нем слышал. Но раз ты в курсе, чем бы это ни было, дефолт тусуется там. Что-нибудь еще? 6 гигов отборного лесбийского порно. Поделиться? Не сейчас. Я страшен? Еще бы. Так. Лесбийское порно нас не интересует. У нас сейчас мокрая одежда. Идет где высушиться. Вот что нас интересует. А также это желтая точка на мониторе. О, жук. Хватаем жука. Блук. Вот так вот. Супер машинка. Там нарушитель. Но мне на него плевать. Мне плевать на этот город. Ха. Вот такой я злой. Давай. Что это? Дефолтная ситуация. Что ты мне предложишь? Что такое дефолтная ситуация? Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино, а теперь просто клуб. Дефолт наверняка про нас знает. Да. И наверняка ждет меня. Чё, улёт? Ага, полный, самый настоящий. Алло? Алло? Чёрт, алло? Вышибало. Вот так. Здравствуйте. Я Джозеф Леван. Приветствую в Dot Connection, моей цифровой галереи, посвященной искусству андеграунда. Надеюсь, музыка и интерактивные экспонаты придутся вам по душе. Я Дефолт. Добро пожаловать. Что-то не понимаю. Надо просканировать, чтобы найти Дефолта. Так. Его слышно до самого Парижа, честное слово. Так, мне. Черт, он спец. Смотри-ка, хак
хакнул систему профайля. Играет со мной. Ну, что, блин. Продолжай. Я знаю. Ты вот он, крыс. Да, что тут взломать-то? Взламываем. Взламываем. Что-то я не совсем врубаюсь, так. Подождите. Первая пошла. Вот так. Первая пошла. Вторая пошла. Вторая пошла. Так, а сюда как направить? Блин. Так, как-то. Так. Даже не знаю, так что ли? Нет. Вот так. Это так, это так. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да уж, очень умно. Так, куда мне отправить? Вот так. Сюда. 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 Твою ж мать, это что такое? Конечный путь что-то какой-то. Сюда, сюда. Так. Ну вот она, я же говорил, это мышь. Вот она. Ну я по машине в камеру. Я же знаю, ты меня спалил. Опа, опа. Ах ты падла. Никакого дружелюбия. Догоняем. Достигнуть цели. Хорошо. Тихо. Блин, управление поменялось. Давай. Сейчас меня вырубят. Вырубят, скорее всего. Кто так бежит без оглядки-то? Так. Вот
Открывай. Высунься. Где ты? Показан где-то внизу, падла. Вот ты где. Опять устранители. Они, конечно, профи. Конечно. Дефолт взорвался. Главное не отстать. А там уж Тибон все вытянет. Не отстой. Берем первую машину. Ой, надеюсь, она без сюрпризов. У дефолта есть какой-то нехилый дешифратор. Эти твои штучки могут глючить. Ты полегче с ним, иначе плакали данные. Он уходит. Выманивай, сейчас засечем. Скорей, мотай все, что можешь, когда я подберусь. Так, скачайте данные. Как я скачаю? Рядом надо просто ехать. Ну не на такой тачке. Ой, не на такой. Далеко. Да я знаю. Короче, не отставай. Вот так. Я влезу в его файлы, он и не заметит. Заметит. Поехали. О, черт. Ты в курсе, что у него там? Кое-что знаю. А что? Там весь город. Деятели профсоюзов. Чиновники, тут липовые контракты, взятки. А это что? Сет-чаты и онлайн-шантаж, стоп. Да тут ИСИТЮЭС. Блин, блинский. Ну так-то он быстро ездит, тварь. Да у меня машина еще говно. Был бы жук бы. Опа. Подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Тихо. Ничего не понимаю. Ага. Так бы меня подловил бы. Он что, знает, где я еду? Что виляет от меня так сильно? Он скроется. Нет, 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 надо машину срочно менять. Давай. Это, думаю, получше будет. По крайней мере, я так думаю. Ни хрена, надо было жука того брать рядом, который стоял. Давай, 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 давай. Да отойди ты вы. Сейчас скроется. Куда, куда? Прямо, прямо, прямо. Вижу. Вижу, вижу, вижу тварь эту. Ой, как сложно с ним. Куча грязного белья. Мечта шантажиста. Качаю дальше. А давай. Что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Ай-яй-яй-яй-яй.
скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину, хоть одно видео с ней есть? Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что она у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? Так, нашел, нейтрализовал. Ну, думаю, на сегодня все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Пока!